Друзья, всем привет! Хочу показать вам горячий источник, реконструированный, Счастливцево. Прежде всего, мы попадаем возле нас. Первый – это холодный бассейн. Холодный бассейн мы замеряли, здесь 17 градусов температура воды. Сюда поступает вода из источника, холодная вода. Вода со скважины сюда поступает. Рядом есть небольшие бассейны, где-то 2 на 2, температура 30 градусов теплая. Это для деток. Два таких бассейна. Следующий бассейн теплый. Есть такая площадка небольшая, наверное, будет укрытие. Следующий бассейн теплый. Здесь комфортная температура. Есть ступеньки. Потому что я заметила, что в горячем бассейне ступеньки не скользкие. Здесь скользкие ступеньки, поэтому надо держаться за поручни. Везде стоят скамеечки, можно отдыхать. От солнца можно тоже спрятаться. И рядом, возле бассейна теплой воды, есть бассейн горячий, куда поступает вода непосредственно из источника горячей воды. Вход и выход из бассейнов есть ступеньками. Вы вышли из бассейна теплой воды. И идем в бассейн горячий. Горячее в бассейне 40 градусов. Из самой трубы поступает 47. Очень хороший эффект, когда вы идете горячий, теплый, холодный. Холодный, теплый, горячий. Всегда надо через теплый бассейн идти. Вот так поступает водичка горячая. Здесь 47 градусов. Тоже два выхода, вход и выход, две ступеньки. Прекрасно сделали, можно спрятаться от солнышка и отдохнуть. Здесь есть кафушки,